руководитель операции депутат Министерства юстиции сама. Так, Родича Татьяна Владимировна, пожалуйста, Татьяна Владимировна. На комиссии бюджета финансов был рассмотрен, этот вопрос обсуждался, депутатами отмечен профессионализм, активность нашего руководителя Валентина Дмитриевна, мы сегодня уже об этом слушали, рассматривали другие вопросы, и было предложено премировать руководителя аппарата Совета депутатов Алтеева Валентина Дмитриевна по итогам работы за четвертый квартал. Ну, я хочу сказать, как руководитель муниципального управления, что, в принципе, я тут вот три месяца работаем, кстати, работа аппарата удовлетворенность. Один раз они меня подкузмили, но покаялись, прощаю я и считаю, что, кстати, работа эффективна и заслуживает, кстати, быть премированными, кстати, в тех объемах, которые предложила комиссия. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить, против, воздержаться нет. Так, решение принято. Так, 15-й вопрос, очень интересный. Прощение депутата Совета депутата муниципального управления Царицына по итогам 14-й квартал, 4-й квартал 16-го. Я, с одной стороны, скажу, что интересный вопрос. А с другой стороны, это самый простой вопрос, который мы с вами принимаем. То, что механика, математика этого вопроса уже сведена к идеалу. Да? Есть, вот, даже если хочешь быть выглядеть лучше, не получится, и хочешь быть выглядеть хуже, тоже не получится. Да? Я считаю, что четвертый квартал для всех нас, если мы работаем в свете 36-го закона, он был насколько напряженный, насколько у нас тут было таких схваток с подрядчиками, заказчиками, жителями. Кстати, мы были, как, знаете, в центре внимания, потому что на всех стендах было написано «депутат, который, кстати, контролирует стройку». Да? И подрядчиков не все знают, а вот нам пальцем тыкали ноги. И если мы поступили принципиально, а я хочу сказать, что мы все поступали принципиально, за что я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что если бы наша принципиальность, то наши подрядчики бы, наверное, совсем расслабились. А вот тут как раз было, и мы подспорили главе управы, да? Потому что ну, это ладно уж, как бы на нас дали сверху, но на депутата никто не может подавить. Если депутат не подписывает, идите по второму, по третьему кругу. Я помню, побег 35, там 37, фасады перекрашивали, мороз там, сапфини на руках, но прекрасно, что депутат не подписывается. Я считаю, что это деньги выстраданы, заработаны. И... подписаны, 117 актов. 117 актов, это вообще в жизни никогда не было. Значит, комиссия, какое предложение? Одобрить, да? Есть возражение? Нет? Сегодня Зина Павловна разговаривала, меня сиротинушку кинули очередной раз. Я хочу сказать, что даже она перед болезнью работала как пчелка, как раб на галерее. Да, кстати, я еще не обрадовал, что значит, зря она так думает, но очень высоко оценили ее результат. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, прошу опустить, против, воздержаться нет.